Дорогие друзья, рядом со мной сидит человек, у которого есть претензии к сегодняшним армянам. Прошу вас. Да, мы правили Ереваном практически 400 лет Гаджара. Представьтесь, пожалуйста. Я Фарух Мирза Каджар Шарифов. Мои прапрапрадеды правили Ереваном с 1604 года. Чтобы не быть обманщиком, в армянской энциклопедии за 1957 год указано, кто правил Ереваном. С 1604 года по 1925 год Ереваном правили гаджары. Что вы требуете? Дайте нам наш Ереван. Ребята, если у вас есть какие-то претензии, или вы можете это опровергнуть, или найти в Гугле или Википедии несоответствие, проблем нет, оставьте его себе. Но если это соответствует действительности, вы должны отдать, да, вернуть наследнику, пожалуйста, его земли. Джигарес! Джигарес!